я вроде это, как мы и договаривались с вами, 23:30, и снова мы вместе. Давайте рассказывайте, как прошел ваш день. Чё кто делал, чё кто ел, куда ездил, куда ходил. Бонжур, бонжур. Нет, я с пюр не ушел. Рассказывайте, рассказывайте. Потом я буду рассказывать. Сначала вы, я вас послушаю. Давайте вечер откровений. Охуительно потренил. Вместе навсегда тренер. Работа. Деньги, как торговля? Нет, а чем ты там торгуешь-то, что у тебя торговли нету? Добрый вечер, добрый вечер. Новая арена, я не знаю, я думаю, что хуёво у них там все. Шенкин старший до сих пор курсит. Прикидываю, почему нет, верю. 110/8 присел. Ебать, ну ты красавчик вообще. Кефир с орехами. То есть ты теперь пойдешь орехами в унитаз, блядь. Прикольно. Смотри, унитаз не разломай. Мазь не помогает. Пашка, это ты что ли пишешь? Ел клубника с блинами. Час 30 пораньше выходи, братюнь. Ну, слушай, я сегодня, мы договаривались, что я в 23:30 по МСК выйду. До этого не получалось просто, извини. Здорово, здорово. Делал страховку, заебали в очередь. А у нас без очередей, блядь, ничего не бывает. Я толкнул штангу 30 килограмм на два раза. Ну, не могу сказать, что это дохуя, но это лучше, чем нихуя. А где теперь тренишь? Я же говорил, в Алексеево теперь треню. Давайте, рассказывайте, что-то как-то не густо. Протиком закину селяж, хуен. Какая у тебя машина, Валер? Я говорю, у меня разные, сейчас я все продал. Учиться на фармацевта, ты устроишь меня к себе работать в Осипу? Блять, не, мне хватило одного долбоеба, спасибо. Я 40 раз объяснял, что снова арена, я буду игнорировать этот вопрос, уже заебали. Че его показывать, вы все видели. С головокружением, как на сушке. Да никак. Это нормально, это же слабость. Это у многих так, когда углей мало. Я нет, почему два через один треню? Сложный день, это что именно, что делать будешь завтра? Да, болею. Посмотрели фотки со спиной, да? Да, специально для вас загрузил. Да кашляю, сука, не то слово. Да ничего не думаю о тайских. Думаю, что я вам разместил номер карты, как вы меня просили, блядь, и орали, что будете на нее переводить по 100 рублей, или хуй вас там знает поскольку. И пока что, блядь, ни одного перевода. Просто ни копейки, блядь. Понимаете? Вот это то, к чему я говорил. То, чего я говорил. У нас народ, блядь, гораздо только попиздеть. Поэтому, ребята, YouTube-канала не будет. Свои бабки на YouTube-канал я тратить не хочу. А вы не переводите даже по 100 рублей. Хотя все реквизиты в шапке Перископа и в шапке Инстаграма я разместил. В шапке Перископа, говорю, и в шапке Инстаграма. Так что это объявление еще провисит до завтра. Если никаких переводов не будет, то хуй вам. Завтра буду переводить. Да, конечно, будут, блядь. Нет, я не корешу с Лисуковым. Я боюсь, что мне может передастся вода. Почему Кристина в инсте чаще жены? Почему, а почему Кристина? Кристина не чаще, Кристина также нет в инсте, как номер. Я говорю, блядь, еще раз говорю, в этом же Перископе на моей странице. В Инстаграме, говорю, на моей странице. Я ВКонтакте не размещал. В Перископе и в Инстаграме. В шапках аккаунтов. Чего у него дохуя воды? Я не знаю, почему у него дохуя воды. Чего? Какой драки? Да, вот это правильно. Нахрена спрашиваете, вы все равно не отправите. На фото спина на пампе. Валер, как лучше курс. Да мне оно что на пампе, что не на пампе, блядь.
Все равно самое охуенное, кто бы кинул второй на телефон. Спрыгнул, хотели замутить проект, загнулся. Да, я не стал делать, опять же, по причине того, что все кругом нищеброды, и это не сработает. Ну, какой-нибудь, если мы в жизни... Блядь. В этом даже рассказывать неинтересно, кто кому по щам давал. Сказал, что крузак на эти деньги брать будет. Так что, да, блядь, похоже, не буду брать ни крузак, ни YouTube канала не будет, блядь. Будете все в перископе сидеть тут и надрачивать. А чё нет видео на ютюбе? А дай номер карты, мы переведем. А, есть номер карты? Ну, нечего пока переводить. Кризис, хули, да. Жалко. Миша уныло скатился. Не знаю, мне не жалко, мне похуй. Через перископ, когда включат трансляцию в тренировках. Чё не понял. Кого я себе для этого считаю? Никого. Ты жрешь после 11, я и после 12 жру, пацаны, честно вам скажу. Встану-ка я. Встал лежать. Подписывайтесь ко мне, свой город показываю. Да кому нахуй нужен твой город? Как относишься к Абакарову? Нормально? Ребят, блять, вы заебали, я вам тут дочь рекламировать не буду. А что, Федоров? Тут монтировать не надо и скидываться. Ну, вы же, блядь, конечно, жопошники, потому что все. Главное не монтировать нихуя, да? Главное, чтобы я вам халяву устраивал постоянно и все. Для лифтера 140 в сумме это пиздец. После деки с омкой возьми консультацию за 3000 рублей и узнай, что лучше брать после деки с омкой на ПКТ. Как идет бизнес спортпита? Никак не идет бизнес спортпита, это все говно. Последний раз он... Да, стоит оставлять. Нахуй мне нужен этот кроссфит, блядь, порнография такая. Чтобы оператора оплачивать и монтаж, блядь. Да я не знаю, что опять у вас шипит, блядь. Запарили ныть. Когда будет тренировка твоя в перископе? Завтра, наверное. Наши не возьмут Олимпию никогда. О, Лиана перевела мне денег. Чуваки, короче, что я вам хочу сказать. Народ начал переводить деньги. Первой была Лиана. Сегодня я зафорсю везде, что Лиана перекинула мне 300 рублей. Так что, короче, блядь, пацаны, что я вам хочу сказать. Девушка только что нам на YouTube-канал открыла первым переводом. Все, спасибо, Лиан, 300 рублей. А вы все жопошники. Девушка, блядь, перевела, а вы сидите, блядь, и жметесь. Говорю, давайте, заебали по 100 рублей, блядь, скидывайтесь, ебаный в рот. Говорю же вам, блядь, надел. Чего вы такие жмоты, блядь? Надоели, блядь, уже. Слушайте, если честно, я в ахуе просто. Я вот чего-чего не ожидал, что девушка 300 рублей кинет, блядь. С самого начала, блядь. Давайте все дружно скажем спасибо Лиана, блядь. И не будем тут всякую хуйню писать. Так, раз, два, три пишем. Спасибо Лиана. Да не нойте вы, что вы нищеброды, говорю, блядь. Берите карту и переводите по 100 рублей. У кого есть больше, блядь, переводите больше, блядь. От вас не убудет. Знаете как? Отдашь 100, придет 300. Отдашь 300, придет 600. Я ебаный Альфонс, блядь, который дарит вам YouTube канал, блядь. Чтобы вам потом за борщами было интересно смотреть видяшки часовые. Которые вашу мать стоит денег монтировать, сука. Я не буду их сам монтировать. Их будет монтировать, блядь, оператор. Ясно? Отсоси у тракториста. Да, Лиана, молодец. Так, короче, Сусол, блядь, скинул 100 рублей, взял у папы, пошел и скинул 100 рублей. Все, кто сегодня не скинет, блядь, по 100 рублей, завтра у вас будет минус килограмм. Поняли? Их монтировать для того, чтобы вам нормально было смотреть. Кирилл Сергеевич перевел 200 рублей. Кирюха, респект. Пацаны, теперь следом за Лианой нам от Кирилла пришло 200 рублей. Я вам теперь буду каждый перевод, блядь, цитировать. Я заебу вас всех. Кирилл и Лиана сегодня у нас молодцы. Первый и второй человек, который нам скинули, блядь, 300 и 200 рублей. Ебать, я устроил. Я скоро лотерею устрою, слышите, пацаны? Реально, верите? Нет, если так дело пойдет, будете скидывать по соточке, по 200, по 300 рублей. И я потом с вашего же бабла буду счастливчика какого-нибудь выбирать. И какую-то часть от переведенной суммы мы будем случайному парню или случайной девушке из подписчиков просто так, блядь, выдавать. Мы, короче, устроим тут вам с вами, блядь, деревню-выручаловку. Вот так вот. Так что, короче, не жопьтесь, блядь. Деньги пойдут на дело.
Всех вас я буду прописывать ваши имена, писать, кто из вас сколько перевел в течение суток. Все там видно фамилии в Сбербанк онлайн, поэтому ваши титры будут идти каждый день. Вы будете видеть, кто сколько переводит бабла. Не жопьтесь, короче, народ. Реально. Может быть, что-нибудь с этого толковое выйдет. Ну, а если не выйдет нихуя, то хотя бы на одну видюшку насобираем хорошую. Оплачу Димасу Габдукаеву, блядь, качественный видос. Кстати, Дима Габдукаев — это тот оператор, который постоянно монтировал мне видеоролики. А есть еще такой Артем Сердюк, Станислав Владимирович, перевел мне. К сожалению, не вижу, сколько перевел. Стас, 100 рублей перевел. Спасибо, Стас. Еще сатенчик нам пришел. Вот, уже 3 человек перевели. Значит, еще такой есть Артем Сердюк. Это человек, который монтировал фильм про Эльдара Кабирова. Так что, чтобы вы знали, вот этот качественный фильм, который мы снимали... Спасибо, Стас. Этот качественный фильм, который мы снимали, в общем-то, ну, как бы, как вам так сказать, там особой режиссуры не было, но, в общем-то, весь сценарий, все как по порядку, с кем разговаривать, все придумал я, а Тёма все это отлично заснял и смонтировал. Так что, ребят, вы поймите, просто любая работа, ну, на самом деле, любая работа, она стоит денег. Можно, блядь, обсуждать, что кто-то на этом зарабатывает, а можно просто, блядь, получать удовольствие от того, что вы из этой работы извлекаете какую-то пользу, либо информационную, либо просто эстетическую. Чтобы снимать качественные видео, нужны бабки. Вы должны понимать, что сам, к сожалению, я не смогу монтировать вам видосы точно так же, как и снимать их со стороны. Мне нужно заниматься. Вот, да, как минимум день занимает хороший монтаж, это верно. Я как-то пробовал это делать. Андрей Петрович перевел еще сатен. Андрюха, спасибо тебе. Молодцы, пацаны, молодцы, девчонки. Ну, Лиана у нас пока что the best, конечно. Лиана первая была, кто рискнул скинуть 300 рублей, блядь, Валерону на видосы. Ну, Лиана, наверное, муж проспонсировал, я думаю, там как минимум у вас пополамочка. По 150 вы там скидывались на Валерона. Похуй, даже если ты 4 рубля кинул, ты молодец. Главное же, чтобы не жопошники были вы. А то получается, блядь, пизжу тут с вами, пизжу сутками, а вы жопошники у меня. Ну, я на самом деле даже не думал, что хотя бы 4 человека при первом же анонсе денег скину, так что... Я же вам говорю, ребят, 2,5-3 косаря стоит видео в зависимости от того, сколько там нужно монтировать и сколько снимать. Вот. Комиссия 50% была. Давай завтра в банк, значит, в банк, спасибо. Ну вот, работы у мужа не прошу, со своих кровных перевела, мне не жалко, на еду больше тратим, это мелочь. Лян, ну ты красотка вообще, могу сказать, если у тебя такой подход, на полном серьезе. Вообще, пацаны, хочу вам сказать, если девушка, несмотря, например, на то, что у нее муж зарабатывает прилично, умудряется работать сама и не из-под палки, да, а просто хочет, чтобы у нее были личные деньги, и хочет не зависеть от мужчины, независимо от того, что она, например, любит этого мужчину, этот мужчина готов ей деньги выделять, это очень респектабельно, хочу вам сказать. Реально, таких девушек я очень уважаю, потому что, как правило, все хотят, блядь, сидеть на шее, нихуя не делать, и при этом еще пилить мозги. Поэтому, Лиана, могу сказать, блядь, ну ты молодец. Это так, чтобы не развозить это все надолго. Бюджет должен быть общий, обязательно. Даже если зарабатывает мужчина сам. Но при этом очень похвально, если девушка сама старается хоть какую-то копеечку зарабатывать, чтобы у мужа не спрашивать разрешения, может ли она в этом месяце купить себе, блядь, сапоги или какое-то красивое платье или нет, а просто берет, зарабатывает на это и не вытягивает деньги из семейного бюджета, берет сама себе и покупает. Это будет уважать и муж, и ценить, и самой девушке будет приятно, что она сама себе заработала на платье. Таких сейчас, к сожалению, очень мало. Все хотят просто брать и все. Лиана молодец, да. Сегодня Лиана у нас королева вечера просто, бля. Любой труд должен быть справедливо оплачен. В противном случае он превращается в эксплуатацию. Ну вот, собственно, все верно. Хорошо, что, блядь, мы пошли в правильное русло сегодня вечером. Я хотел 54, я кинул 4, потому что 50. Ну, слушайте, ребят, давайте ограничимся пока что. Талант не краснее Лиана. Все по делу. Давайте ограничимся пока что Сбером. Если жопошность и жабошность не душит, у кого Сбер есть, переводите. Если больше от меня инфы, чем от Гугла,
Да я рад бы с вами, в общем-то, делиться мыслями и всякой моралистической хуйней. Другой вопрос, как много это вам нужно? Нужно ли это многим, точнее сказать, или это единицам интересно? Вот, я говорю, давайте пока Сбером ограничимся, потому что, блядь, на открывать 125 счетов и получить туда, блядь, за все время 500 рублей, это, наверное, глуповато будет, типа, знаете. Вот, как правильно строить семейный бюджет? На самом деле это довольно-таки просто. Нужно понимать предварительно на месяц и расписывать основные ваши расходы, которые у вас неминуемо будут, несмотря на обстоятельства. Да? То есть вы прописываете сначала то, на что деньги должны быть выделены непременно, и выделяете эту сумму сразу же. Карта по СБ, ХЗК, там переводите, Киви везде есть. Но, блин, ребят, откройте лучше карты Сбербанка, ебаный в рот. Это так удобно. Масс-фолловинг. Я не знаю, что такое масс-фолловинг, но если ты можешь мне масс-фолловинг, то сделай мне его. На Сбербанк перед комиссией берут. Да хуй с ней с комиссией, пацаны. Переводите, сколько переведется, блядь. Какая разница? Студенты в основном, как я, кинуть могут немного у всех Киви. Как из Казахстана отправить, блядь, я не знаю. Честно. Не знаю, как отправить из Казахстана. Я понял, что нужен или Яндекс, или Киви, короче. Давайте расскажу. Вот, значит, вы записываете и планируете необходимые расходы, которые вам нужно будет сделать в любом случае. После того, когда вы планируете эти расходы, у вас будут появляться непредвиденные расходы. А вот на непредвиденные расходы вы будете либо выделять, либо не выделять деньги по необходимости. В результате в каждом месяце вы должны прописать будете таким образом свой бюджет, чтобы у вас хоть что-то всегда оставалось в остатке. И что вы будете делать с этим остатком? Будете ли вы его прогуливать или вы будете его откладывать, это уже как бы ваше дело. В общем-то, это так все делается на самом деле, а не спонтанно просто, о, бля, давай туда выкинем денег, о, бля, давай сюда выкинем денег. Проходит 10 дней после зарплаты, и вы не знаете, собственно, куда дели все деньги, но их у вас нет уже до следующей зарплаты. Надеюсь, объяснил. Посылочку прислать от бабушки из деревни. Как часто ты ешь, когда ставишь цель набор? Можно мне отправить какую-нибудь посылку? Главное только, чтобы в ней было что-нибудь вкусное или что-нибудь очень полезное. Бесплатно можешь хоть 1 миллиард лайков накрутить. Накручивай. Так, Александр Сергеевич перевел 5-ку, блядь, нихуя вы тут соревнования устроили. Так, Александр Сергеевич, проявитесь. Александр Сергеевич, это кто у нас здесь? Кто перевел Валерону сегодня 5-ку? А? Лиана и Александр Сергеевич. У нас сегодня 3 чувака, 1 Лиана 300, Александр Сергеевич 5-ка. А что вы врете? Вас тут 2, 3, сука, не врите. У меня в Инстаграме правильный номер, не может быть, сусу. Я же копировал все. Ну, я проверю потом. Значит, кому-то фартануло. Там должен появляться при переводе, что это я, получатель. А, тогда нет, тогда не накручивай мне. Блин, кто же на самом... Да, вы не жмоты. Даже, если честно, неожиданно. Я думал, что и Сатен, блядь, не переведут. Нахуй тогда эти лайки. Ну я, блядь, нихуя себе эту 5-ку перевел. Ты представляешь, блядь? Сегодня, блядь, список ваших имен будет запечатлен на доске почета. Я вообще думаю, знаете, как я буду делать тогда? Я каждый день буду вам видеоотчет, блядь, в перископ мутить. Буду начинать видеотрансляцию с того, что героями числа такого-то мы... 4 рубля, сука, я не видел пока, извини. Мы признаем такого-то человека и такого-то, и список, короче, вас. И у вас у всех будут краснеть щечки, и вы будете балдеть. 2 килограмма грудки на 5-тысяч. Ну, блядь, слушай, он же это единоразовый перевод, например, если вы хотите там раз в неделю делать какие-то такие небольшие переводы, то, блядь, этих переводов будет вполне достаточно для того, чтобы, блядь, все прогрессировало, то, что вы хотите в плане съемки видосов. За мной-то как бы дело не встанет, мне же не проблема для вас сниматься. Проблема только, чтобы это кто-то снимал, из-за него не забанят. Да как, блядь, я-то здесь при чем? Пусть не накручивает, блядь. Я думаю, что нихуя невозможно все равно накрутить, если не иметь доступ к моему аккаунту. Ребят, хватит дурачиться, блядь. А, слушайте, блядь, нормальный перископ делаем, а вы тут мне терроризм какой-то устроили, блядь. Забанить, не забанить, могут, не могут, блядь, оставьте меня в покое, ебаный в рот. На 92 заканчивается, а тут на 91.
Блять, странная хуйня. Ладно, сусол, я понял. Я проверю и поправлю. Это делают боты. Давайте о чем еще попиздим. О, Еретиков. Это ты отправлял, что ли? Снова приорли старая праворука Тойота. В любом случае, Тойота. Пацаны, блядь, успокойтесь там со своими лайками. Давайте лучше что-нибудь по делу попиздим. Нахуй эти лайки не нужны. Вон, тыкайте пальцем в экран, и охуенненько. Переводите по Сатену Валерону на видосы, охуенненько. Чтобы не крутили лайки, видео не сохраняй. А я их и так периодически удаляю, чищу. Лед тронулся. Можно вопрос, да, если только он не сложный. Часа три как спать должен быть. Допей мелатонин и все выровняется, не ссы. Сусол сотку кинул. Сусол, а ты хоть туда кинул сотку или не туда, ты мне скажи. Го, бицуху покажи. Показал бицуху. Да, кстати, всех со старым Новым годом, там здоровья, благополучия, удачи. Финансового благополучия, блядь, не буду желать, все равно один хуй не будет. Что-то про ГР на перископ. Ну, все правильно, на перископ и надо кидать, на перископе же правильный счет стоит, деньги же приходят. Все, гормон же. Меня муж в качалке нашел. Крутотень, ты знаешь, мы качки и качишки друг друга все в качалке, как правило, находим, блядь, знакомимся, и потом это во что-то перерастает. Мы же, сука, очень люди ограниченные. Ну, здоровья я вам пожелал, чего? Конечно, здоровья. Да похуй, какая машина, лишь бы ездила, и зимой в ней тепло было, и резина была с шипами. Все ушло в комиссию. Желаю, чтобы хуй стоял, и деньги были. Слушай, ты знаешь, если честно, мне кажется, что первое намного проще, чем второе. Наверное, надо сказать девушку из качалки, а то у меня мент. У тебя мент вместо девушки? Лучше девушку заведи. Какая у меня машина? Сейчас никакой, говорю, я все продал. Комплевит или Супрадин, любую хуйню. Не, ну Супрадин-то в любом случае неплохие витамины, это же швейцарские. Вот. Не удаляй видос, пожалуйста, завтра досмотрим режим. Девушка, мент у тебя, это охуенно. Он тебя может каждый день наказывать жезлом. Ой, не могу. Сколько деньжат собрать нужно? Уже говорил, ребята, один видос, 2,5-3 косаря. Чего вы такие невнимательные? Про Федорова расскажи, почему ушел с команды. Там уже есть официальная, как это, они делали пресс-конференцию в группе Железного рейтинга, есть информация, в группе Пюра есть информация. Зайдите, посмотрите, зачем мне комментировать чужие уходы и приходы, если есть официальный пресс-релиз уже. Сколько денег собрал? А мне сейчас не видно, я с вами в Инстаграме, но там было 300, 200, 100, 500 и, по-моему, еще раз 100. Несколько раз по 100. Вот. Ну, это же постоянные мои переводы. Я же, в принципе, понимаю, что, блин, такая хуйня это. Но если я говорю, хотя бы раз в неделю будет собираться, будет уже хорошо. Хоть какую-то нагрузку с меня снимете, будет заебись. Да, полвидюхи будет. Да, вот, Рагнар 500 закинул, я понял. Я спрашивал, кто-кто, молчат, а потом, как говорят, все дружно. Я, это я 500. Тестостероновый бустер, кратко, деньги на ветер. Честно, это деньги на ветер, тестостероновый бустер. Никогда они тебе не поднимут. Леди Лола, сердечко прислала, спасибо. Никогда они... Значит, никогда они тебе не поднимут уровень тестостерона до такого, как тебе это сделает там тот же самый пропионат или ну, какой-то другой эфир. Поэтому, ребят, как бы, блядь, ну, смешно надеяться на то, что тестобустер даст что-то толковое. Если мужчина будет на курсе, проблемы с зачатием малыша. Конечно, Лян, скорее всего, у него будут проблемы на курсе зачатия малыша. Если он будет курсить там более 2-3 месяцев, естественно, концентрация сперматозоидов у него снизится. Но в этом как бы ничего критичного нет. Да, можно и 50 закинуть, это абсолютно нормально. В этом ничего критичного нет, потому что такие вещи, как правило, исправляются. Можно по 25 километров через день, да, исправляются где-то ПКТшечкой, ну, двухмесячный. В принципе, я восстанавливал все специально полностью. Вот сейчас, перед тем, как начинать, делал спермограмму, проверял не только уровень гормонов, но и, блин, состояние сперматозоидов. Мне понадобилось 5 месяцев, чтобы полностью все восстановить до состояния такого, чтобы я все мог, я имею в виду, ну, заводить детей там и так далее. Хотя такой необходимости не было, потому что я не планировал. Просто хотелось все полностью восстановить, чтобы организм, ну, как бы сам заработал полноценно.
меня есть дочка вообще-то с подключением. Вот, значит, поэтому не пугайся, ничего страшного. Пусть курсит, когда решите детей иметь полгода. Дайте себе на то, чтобы почиститься и зачать их. Только не надо при этом употреблять всякую хуйню. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, из других областей. Потому что они долго очень из организма выходят, особенно у девушек. Восстановление всегда затратное, да? Иди, синдрома не боялись, да. Это точно. Что у меня с Кристиной? Как же жена любимая? У меня с Кристиной ничего. С женой все нормально. Что значит, что у меня с Кристиной? С Кристиной вместе мы работаем. Слышите хруст? Это у меня пальцы хрустят на ноге, врубайтесь. Ты угорал, когда у себя в универе увидел Игоря Федора. Почему? Только лайки. Выгляжу здоровым, да, и такой и есть. Быца нужны. Блин, мне 17, Гина с 12, походу. Но это, я думаю, ты просто немного жирненький. У тебя немножко много эстрогена, это поправимо. Привет, Франк Жешок. Я не понял, о чем ты говоришь. Давайте еще вопросы. Как найти жену? Блять, она сама тебя найдет, скорее всего. Кстати, почему ночью тренируешь частенько, ты на скольки спишь? Я тренируюсь ночью просто по привычке. Привык так тренироваться. Я весь день ем, лежу, а потом тренируюсь. Это зацессия, Федор. Кломит по одной в день 30 дней. Норм. 30 дней нахуй не нужно. Это очень-очень-очень много. Спиняк у тебя, смотришь, спать пошли. И не хочу. Нет, я не жирненький. 184, вес 800. Дело с этим геноебаным. Пойди сдай анализы, бля, сначала. Посмотри, что у тебя с гормоном. У тебя, скорее всего, фонит женский какой-то гормон. Упражнение на спину. Их много. Сейчас я тебя отчитаюсь, на сумму контракта спью обязательно. Стоит выбор БЦА или прот, посоветуешь. Я уже объяснял, ребят, что нельзя выбирать между БЦА и протом. Если хотите получать 52 рубля сотки, нихуя себе сосал, откуда же ты переводил? Через американский банк, что ли, блядь? Если, блядь, сбили с темы. Если хотите принимать нормально и иметь толк от спортпита, то принимать нужно все и сразу. Когда вы цитируете слова какого-то атлета, интересно знать мое мнение. О какой цитате идет речь? Стоит Воронеж, а тренера долбоеба. Ну, не знаю, я бы за 700 рублей никого не тренировал, честно скажу. Я тренирую за пятерку. Я имею в виду по времени. Киви. Сусон, ты там мог, блядь, и лично выделять. Что тебе эти понты? Ты же всегда на расстоянии вытянутой руки. Ты же наш этот перископ-держатель. В одну неделю делать, например, 5 часов на 12, а в другой день на 20-25. Можно убрать, даже если с детства, да. Можно от бустера. Нет, от бустера гена не будет, забейте. Глупости. Ты говоришь, что у меня с вами стоит с другими методами. Нет, блядь, вы спрашиваете, как относишься к этому чуваку, как относишься к такому-то чуваку. Я говорю, никак не отношусь, мне на них насрать. Если вы говорите какую-то цитату, окей, давайте разберем эту цитату и обсудим. Просто глупый вопрос, сам по себе формулировка глупая. Как относишься к этому-то? Как относишься к тому-то? Ну, блядь, сами подумайте, это ж чушь какая-то. Сука, сосал, да ладно, завязывай. Ну что, еще, что? Отправила запрос на дружбу ВК. Лиана Сильнова. Добавь. Да, хорошо, Лиана, добавлю. Обязательно альтернатив шрагам в прокачке трапеции. Другие виды шраг, вопрос относится к шпанку. Да все, ребят. Кломид, да и может тебе хватит и недели кломида. Все зависит от того, насколько сильно у тебя тестостерон посажен. Ура. Добавлю, только у тебя Рагнар написано и на аватаре яйцо. Как я узнаю, кто ты ВКонтакте, а? Стоит ли в течение всей тренировки носить пояс? Надо же понимать мне. Вот Лиана написала Силуянова, да? Ну вот. А там, как я тебя познаю ВКонтакте? Абоник стоил дневной.
Там нет дневных или каких, там было 60 косарей в месяц годовых. В год, ёпту. Тарас Гончаренко. Все, я понял, хорошо. Скажешь про тестобустер. Я, блядь, про тестобустер реально 5 минут сильного, прости, Лена. Мне чеконы больше просто нравятся. Я уже говорил про тестобустеры, ребят, мы очень невнимательны, правда. Валера с Уолл-стрит. Почему креветки такие дорогие? Они же очень вкусные. Давай ты будешь реально Лиана чеконы. Мне вообще охуенно нравится. Позвоночники у меня чего только нет, честно вам скажу. Даже не хочу разбираться, что. Пожалуйста. Когда шраги делаем, если у меня несколько дней, трапеция, гипертонус, давление повышено. Пережимаешь, потому что в шее сосуды. Ты не единственный такой. Ну, ответь ты насчет Гины. Да что ж вы доебались, я же отвечал про Гину. Все нормально, что посоветуешь предпринять. 6 лет, Гина, это же пиздец. Пойди нахуй его вырежи, кстати, я на полном серьезе говорю. Если так, ну, как бы, оно тебя раздражает, блядь, это делается за один день. Спортсменов пока не выступаешь. Ну, я, честно говоря, занимаюсь собой. Да не забуду, не забуду. Поэтому нет. Тренировать особо не хочу. Став постоянно все щелкать, что ничего не делать, об этом есть целые статьи медицинские, даже не запаривайся, это газ. То, что он у тебя щелкает, это нормально у многих людей, у людей так, и это даже не надо лечить. Это просто особенность твоего организма. Лиана Чикона и Валерон Тестостерон. Прикольно. Hello, London. Про Клен Бутерол что скажешь? Что, рабочая вещь? Меня тоже добавь. Ну, понеслась. Станислав Жаринов. Сейчас всех добавь этого, добавь того. Здорово, мужик. Здорово, мужик. Спасибо, что помог, когда спрашивал про геморрой. Ты спас меня. Да, пожалуйста, поверь, ты не единственный, кто про геморрой писал. Так забавно получилось, что когда... Ты если про Гина, я думаю, что если 6 лет не проходит, вырежу нахуй все. Про геморрой ты один из очень-очень многих, кто мне писали. Так получилось, что, блядь, в Ютубе не было толковых видео, где бы кто-то открыто рассказал, что у него была такая-то проблема, трещина в жопе, там, да, или там геморрой, да, и он лечил его, там, успешно вылечил так-то, так-то. Если там обострение, то делать нужно то-то, то-то. Или там, блядь, если, ну, там, то так-то, так-то, такие-то мази, такие-то свечи, блядь, такие-то таблетки, такие-то витамины, да. Я, естественно, все это рассказал, народ, блядь, как начал мне личку бомбить, там, причем пишут 14 лет, ребята, 20 лет, ребята. Буквально 2 дня назад знакомый лифтер написал, бля, Валера, у меня геморрой, блядь, с чем мне делать, говорит, блядь, искал, как лечиться, не хотел, говорит, идти к проктологу, ну, некоторые как бы стыдятся или еще чего там, да, посмотрел твой видос, Валерон, говорит, скажи уточняющие моменты, блин, ну, я ему все прописал, мне на следующий день пишет, говорит, закупился всем, в том числе мазью, теперь главное, чтобы не понравилось, закладывать ее 2 раза в день в задницу, и смайлики мне ставят, ну, так я потому что такой есть, да, I'm look very strong, да, на Олимпе будешь жопу рвать или нахуй не надо. Если такая возможность предоставится, то буду. Клуб анонимных геморройщиков. Да, но это довольно-таки забавно, да, вот люди такие, блядь, у всех какие-то проблемы есть, но никто никогда их наружу не выносит, и как только, блядь, начинаешь выносить наружу, все такие пальцем показывают, ха-ха-ха-ха, у него геморрой, у него, а сам сидит, блядь, дома и, сука, не может на табуретке без уточки нормально присесть, потому что, блядь, жопа так болит. А потом, ну да, да, вы не подскажете, как лечить? Норма аптечный препарат на повышение тестостерона. К сожалению, таковых не существует. Нет аптечных препаратов, которые поднимут тебе уровень тестостерона. Да, у нас такое общество злое и закомплексованное. Какой, по твоему мнению, самый лучший и качественный пропиан? Слушай, разные на самом деле. Я разные ставил. На данный момент меня устраивает Балкан в 1-миллилитровых ампулах. Стоит ли выступать белорусы в Москве или в Питере? Ну, а почему нет? У нас есть белорусы, которые живут в Москве и выступают. Например, вот Парамонов Коля. Цинк тебе, что он там поднимет тебе, этот цинк? Боже мой, ну перестань. Ты все равно, что думаешь, что витамин С тебе иммунитет поднимет. Ой. Побочки от Клена. Одышка, судороги, учащенное сердцебиение. Все-таки Балкан. Ну, пропик, да, вот конкретно пропик мне нравится. Вали, что это со мной? Бери меня, поехали. Наполовину белорусская. Люблю бульбу. Ну, так я кто ее не любит, Лена? Когда ты кажешь, у меня пес страгивает, блядь. Ну, ты погладь, потереби его за ушко, скажешь, что это Валерон просто. А выступить за Питер.
Не, почему они уже за Москву выступают давно? Сайфарматек, блядь, слушай, у них такие болючие уколы, очень не нравится. Я на подготовке пробовал, я с их винстрола, блядь, верещал, как портовая сучка. Так что нет, нет, вообще нет и все. А, кстати, где еще клен найти можно? Там же, где все остальное. Как погода в Петербурге? Пиздец, у нас такой снег, ебанешься просто. Мнение вас можно начинать курсить. Какое твое мнение по этому вопросу? Мое мнение очень простое. Я говорил, если есть смысл курсить, то курсите. Только сначала хорошенько подумайте, надо оно вам или нет. Для чего это нужно? Если хотите просто здоровым ходить, то это бред. Вторгаться в свою гормональную систему, ломать там все к черту матери для того, чтобы кто-то из ваших корешков увидел, что вы поздоровели, блядь, это абсурд. Ну, я не знаю, сколько гена удалить стоит. У кого как, какие доктора, какие знакомые. Ну, зима, понятно, что пиздатый сусол. Только ходить тяжело, потому что так много снега. Спасибо. Я такой, ну, нашел, где продают. Нравится Болдыном? Да, я просто его обожаю. Хорошо, просто нравится Болдыном. Смотрел тебя перед своим, не заметил, как зашел старшинами и наряд поставил. Бля, слышишь, извини, чувак. Ну, честно, я тут не виноват. Что-то экранчик скачет. Дексу сметан одна. Одна важна получится. Не понял, что ты имел в виду. А что, все, да? Бабосы у вас закончились? Мои постоянщики перевели, и все остальные зажопились. Ну, давайте еще по соточке скиньте. Еще даже косаря не набрали, блядь. Я собирался вообще-то... Собирался вообще-то на этой неделе видос снять, блядь. Давайте, добьем уже. Не ссыте, переводите. Чем меньше доза, тем меньше последствия. Можно. Это да, согласен. Протеин какой фирмы посоветуешь из тех, которые сам ставил? Протеин, который я сам ставил? Слушай, я какой только не ставил себе протеин, если честно. Главное, чтобы работало все. Декасус 12 недель, кроме 15 дней пробег, бустер брейк, лупцин. Да, вот в данном случае ты можешь взять цинк. Сейчас, Лян, подожди секунду. Ты можешь взять цинк, ты можешь взять витамин Е. Привет собаке, которые вздрагивают. И тестобустер. И пропить их еще пару неделек. Это будет в данном случае полезно. По поводу тематики видео, Лян, ну, есть несколько вариантов. Либо снять какое-нибудь хорошее трешовое вместе с Коробковым видео о тренировке ног. Либо забабахать вам поход в какой-нибудь магаз и рассказ про то, что я сейчас жру, чтобы это было экономно и чтобы это было довольно-таки калорийно с учетом того, сколько калорий я с этого набираю. Да, чтобы вы понимали, сколько тратится бабок человеку, который весит, ну, будем так говорить, дохуя. Вот, и при этом, как бы, насколько можно набрать продуктов так, чтобы при этом, блядь, выложить как можно меньше. Так что, гоу, прожрачку, давай прожрачку. Скидывайте, бабла еще не собрали пока что на это видео. Лиана скинула, еще ребята скинули там по 300, по 500, по 100 рублей, по 200 рублей. Гоу, прожрачку, хорошо, ребят, я вам объяснил все. Сначала нужно скинуть бабки на то, чтобы, блядь, оператор приехал, все это снял, смонтировал. Чуть не сказал вес, да, еле удержался. Тренировки уже все видели в перископе. Завтра сатен прилетит. По 4 рубля скинули. Да-да, были товарищи, которые по 4 рубля скинули. Заработка в интернете. Видео на тему заработка в интернете, блядь. Разместить карту своего Сбербанка и собирать видео, блядь. Деньги на видео на Ютубе. Я только что придумал видео заработка в интернете. Это я скинул, запомни меня уже. Еретиков, блядь, тебя разве забудешь с твоими 4 рублями? Первый раз бил четко. Со Щукиным видос, ребята, блядь. Если бы вы знали прикол по поводу того, когда Щукин сказал, давай видос снимем, что он ответил на это. Блядь, вы бы поржали. Эротическое видео сними. Да, эротическое можно хоть сейчас, это без проблем. Кидаем на крузак. Боюсь, там побольше пятихатки придется кидать. Ну или по пятихатке на очень много народа. Не, я не скажу, что он ответил. Я просто вам говорю, это был довольно забавно. Ты еще цвет, который сзади не скурил. Нет, я его поедаю потихонечку и все. Как раньше скири снимал, аля для малолетних дрочеров. Не, все, не хочу эту тематику. Малолетние дрочеры, эти все глупые видео. Не. Либо это будет хардкор, либо это будет какая-то реально нужная тема.
на селфи-палку, да, у меня рука затекает, пиздец. Но это не главное, давайте пока на YouTube. Я вижу, что зашкварилось больше, чем бикини. Да мне насрать, это их проблема, что они шкварятся. На крузак точно жизни не хватит, блядь, скидываться в интернете. Пирамида так себе будет. Есть мнение, что... Ой, молочник, кто может что сказать по поводу. Я думаю, что это просто мнение. Что лучше, Омка или Сус, как вообще к андеграунду и аптеке относится? Да я все время на одном андеграунде готовился и готовлюсь, и, как видите, блядь, у меня получается это лучше, чем у того, который все время на аптеке готовится. Ну, вы поняли, да? Какие каналы атлетов ты смотришь? Никаких, я уже говорил, ребята. Охуенно. Точно. Мастерон, Норм и Балда. Норм, а кроме того, что ты знаешь их название, ты когда-нибудь их употреблял? Сними с Кокляевым что-нибудь, угарный пиздец. Да, Кокляев предлагал еще в прошлом году, но мы что-то так и не состыковались с ним. Зрительно, да по 100 рублей скидывать. Да я не знаю, что-то ребят тормознули. Вы скидывали и тормознули. Не слышно толком ни хера. Ну и на это тоже можете скинуть деньги. Но я за YouTube. Ливерпуль с Арсеналом играют. Грузак, это тебе к лицу был бы. Согласен. Я тоже так считаю. Чё вы? Чё? А? Могу сказать, что Golden Dragon норм. Можно рискнуть, ВК выложит реквизит. Деньжат заметно больше прибавится. Лян, нет, ВК не буду, потому что, блядь, ВК непонятная какая-то политика по отношению к этому. Это могут посчитать аферы, и, знаешь, вот эта вся хуйня, не дай бог забанить. Нет, не буду ВК выкладывать, хотя понятно, что денег было бы сразу же значительно больше. Крепо ставить, чтобы больше мяса удержать в двух словах. Это в двух словах не скажешь, друг. Цветок не видно. Вот тебе цветок. Видишь, какой большой. Бывало, что попадал на пустышки? Бывало. Называется Вермоджи. Привет, Сочи. Здорово, железнодорожный батальон. Валера, киви, киви. Я больше, чем цветок. Цветок вроде ядовитый. Да норм, я его курю. Фармаком никак, вообще ни о чем. Гребаный кризис, это точно. А где вы разместили реквизиты карты? В группе ВК не нашел. Артем, ну не в группе ВК. Открой мой перископ в шапке самого аккаунта. Там все написано. Шапка аккаунта моего перископа. Бля, что будет со страной, как думаешь, пизда нам? Не, не пизда, пацаны, просто нищебродами будем, как и были, не переживайте. Читмилишь? Да, я читмилю, только у меня нет такого понятия. Мне просто когда хочется кушать что-нибудь вкусное, я кушаю. I'm fine, thanks. Go завтра на омерзительную восьмерку. Обсусал, о чем ты, я не понял. Что, Еретиков? Что из сладкого люблю больше всего? К сожалению, Лиана, я, сука, люблю мучное. Вот. И, к сожалению, табличку с номером смешно. И, к сожалению, это мучное я себе очень редко позволяю, потому что у меня организм очень хуево на него реагирует. В плане, я просто моментально с него жирею. А если учесть, что я инсулин регулярно ставлю, то мне мучное есть нельзя. Поэтому я, если позволяю себе, то немножечко шоколада. Как тут не переживать... инвестировал госдолг. Слушай, тебе не похуй, а? Это же, блядь, не мы с тобой инвестировали 90 миллиардов долларов. Кола, кофе. Кола с кофе. Кола это и есть кофе. Away from Russia, мафака. Понятно, все вкусно и вредно. Ну да. Так и есть, Леночка. Я пробовал, я обосрался. Я не понял, что ты пробовал. Сколько раз в неделю тренишь? 2 через 1. Крым махните на аптеку. Не очень понял, что это значит. Таблетированный прошлый век. Неправда, это не прошлый век, он всегда актуальный, все работы. Денежка на оператор для Валеры, Сбербанк. Да, в шапке все разместил. Лондон, welcome. Что я могу сказать? Жмоты вы, мои любимые. Жопшники. Пепси плюс 4 столовые ложки кофе, через 5 минут уже прет пиздец. Хз, почему? Ну, потому что кофеин.
Лондон евро перечисли. Да, перечисли 100 евро нам, Лондон, блядь. Мы будем тебе охуенно благодарны. Лондон is the capital of Great Britain. Салюдос, салюдос. Как комрад. Или как там это? Но пасаран, Анджела Дэвис. Не заебалась отвечать. Нет, я же вас люблю. Yes, is the capital of the world. Нет, the capital of the world is New York. Стоит ли урезать угли, если перестал худеть, когда ты 34 на нижней границе нормы? Ну, блять, это сложно, надо анализировать. Сейчас у меня башка не работает на эту тему. From Louisiana. Hello, Louisiana. What's up? Have you been? No, I haven't. But I wish. Поясница болела. Поясница болела. Она каждый раз болит. Забивается, мразь, и болит. А я терплю. С Америки доллары давайте. Что за нигеры? Блять, меня все любят. What's up with you? I'm motherfucking big. Видишь? I'm fine. Show me your titties. Show us your titties. Ладно, спать пойду. Счастливо, Валерка и товарищи подписчики, всем мир. Peace, peace. If you came to London, you would have fun. Maybe. Как лечил. Овощей много кушал. Овощей много кушал, в основном помидоры, огурцы. Нет желания в Алмаз вернуться. Нехуй там делать вообще. Они не так пишутся по-английски. Да я думаю, они придуриваются, сидят там сами в Мухосранске, делают вид, что они англичане. Скорее всего, так. Такой пиздец от мелатонина всегда снится. Ну, это же гормон сна, а что ты хотел? Спокойной ночи, Ритиков, перечислил 4 рубля, блядь. Спасибо, Ритиков, спокойной ночки. Лерочка, спасибо за счет, мои господки, добрый. Спасибо, Леночка, давай. Пока-пока, спокойной ночи. Ну, давайте еще коротенько, минут 5, и я тоже пойду пятки в тазике греть с солью, чтобы кашель проходил быстрее. Габа, да нет, это не развод, просто слабо это все работает. Ну что, мои хорошие, живу на богах. Посоветую больше не есть китайские капсулы, это все развод. Самочувствие, да, чуть получше. Нахуя вы пиздите, красавчик Рагнар. Golden Dragon очко. Нет, ну сейчас уже не такое, как было. Завтра черную футболку. No problem, завтра будет black t-shirt. Самые вкусные бутсы или аминки. Экстенды самые вкусные. Но я их все отложил себе, вам я их уже не продам. Такие дела. Отрабатывай спокойно, ночи. Давай там, не занарядуйся, да все, поспи еще. Так, кто еще не перевел сегодня по сатену, в шапке моего перископа реквизиты карты. Сегодня уже народ активно переводил, так что не бздите, переводите бабки, это все пойдет на YouTube. В бизнесе планов никаких, все планы в бодибилдинге. Вот такие дела. Что за вещь продает магазин Спортпит, инсулиноподобный гормон роста? Пиздешь, разводил его, не ври. А если они тебе это втирают, посылай нахуй. Армия уже там перископ смотрит. Ну а что они развлекаются? Делать-то нехуй, чтобы сильно не зажарить. Продают вообще с такими способами. Чтобы сильно не зажарить на инсулине, не надо есть сладкого, но это довольно проблематично для людей, которые не имеют опыта работы с инсулином. Потому что после укола инсулина, как правило, очень сильно начинает хотеть сладкого, люди не могут купировать себе сложными углеводами приступ гипо. Бодибилдинг для бодибилдинга – утопия. У меня все немножко иначе. Я же не могу вам все раскрывать, правда? Если химия уже не действует, это в личку, это уже платная консультация. Я говорил, сложные вопросы, имеющие под собой подуплеку длинных и сложных ответов, это платно, это в личке ВКонтакте за 3 косаря. Судя уже, в общем, сегодня были очень вкусные, смени барыгу. А, кстати, хотите прикол, знаете, мне что Кристина сказала? Вы, говорит, бодибилдеры, ты, говорит, конечно, Валера, не обижайся, но вы как проститутки.
Вы, говорит, от одного мужика бегаете к другому. Кто, говорит, вам бабок дает, к тому вы и бежите. Бля, я сегодня просто... вчера я это не услышал. Бля, я просто плакал, когда это услышал. Рубаетесь, бодибилдеры, проститутки. Потому что вы бегаете от одного мужика к другому, который вам деньги предлагает. Кто больше предложит, говорит, к тому и бежите. Бля, вот обидно было, честно. Вот такая вот Кристина. Жесткая. Наверное, планирую, да. Как стать популярным, как я, не знаю. Это жизнь, братка. True story. Так и да, она права. А в Америке, представляете? Ого, они там просто матерые проститутки. Сколько стоит тренинг с тобой? Ребят, даже не озвучиваю, потому что у вас нет денег. Но мы же все это знаем. Какие бы цены, точно не посоветуют. Такого нету. Элитные куртизаны, да. Но это предвзятость. Бля, ребятня, что, все? Никто больше не переведет бабла, да? Аттракцион добра и щедрости на сегодня закончил. Эх, вы, блядь. Только мои девочки любимые и мои постоянщики переводы сделали. Блять, какой бред, сколько тебе лет, а про драки, которые пишется? Которому вижу, сколько калорий на 1 килограмм, собственно, весного. Это в Google, чувак. Это в Google. Так, ну ладно. Я смотрю, бред у нас пошел. Я, короче говоря, пошел, пацаны, тогда еще пожру. А потом пятки в тазик пойду мыть. Я напоминаю, значит так, переводите деньги на карту Сбера, если хотите видос. Реквизиты карты Сбера указаны в шапке моей страницы Перископа. Так что, я помню, всех добавлю, да. Так что не забывайте, не жопьтесь и анаболических.